Всем привет, дорогие зрители! Нашел дизайнерскую трехкомнатную конфетку в проекте, который был сдан в 2016 году. Быстренько отсниму инфраструктуру и потом поднимусь в квартирку. Значит, здесь вот такой просторный бассейн. Там у нас детский бассейн. Вот такое здание. Квартира находится на среднем этаже проекта. Здесь у нас беседочка, также зона барбекю. Вот у нас гриль стоит. Просторный, ухоженный сад с этой стороны и с той стороны. Расстояние до моря максимум 410 метров. Здесь у нас местечко для велосипедов. С правой стороны такой фитнес-зал. Есть тут оборот. Идемте дальше. Здесь сауна. Айдат у этого проекта 150 лир. Вот такая сауна. И душевые кабинки здесь, санузлы. И все. Больше ничего нету. Здесь вот такой вход. Имеется два лифта. Поднялись мы на верхний этаж. На этаже у нас три квартиры. Раз, два и три. Вот такая лестничная площадка. Вид отсюда на Наулу, которая никогда не закроется. Входим в нашу квартиру. Вот такая очень просторная прихожая. Встроены шкафы. Закроем дверь. Вот такой фотообой. Здесь у нас санузел. Но покажу прихожую с этой стороны. Вот такая прихожая. Ну, какая интересная статуэтка. Короче, забираю. Здесь у нас вот просторный санузел, стиральная машинка фирмы Бека. Вот такие ручки. Квартирка под ключ. Она очень просторная, вы сами сейчас увидите. 120 квадратных метров. Здесь санузел хозяйской спальни. Аполло тоже тут. Кажется, его так звали, если я его не забыл. Вот хозяйская спальня. Платяной шкаф. Покажу, что здесь она электрическая. Вот свет горит. Кондиционеры фирмы Бека, инверторные, все новое. Квартирка новая и также вся мебель и бытовая техника. Так, выйдем на балкон. Вот такой балкон. Вид с этого балкона на античный город Наула и на горы. Этот вид у вас никогда не закроется. Идемте дальше. Два санузла уже увидели. Здесь у нас дополнительная спальня. Такая. Здесь квадрат метров 14. Вот такие обои. Кому-то именно понравится эта квартира. Я именно снимаю квартирки. У каждой квартиры есть свой как бы покупатель. Так. Вот такой вид у этой квартиры. Здесь вот кухня. Бытовая техника Бека. Столешница у нас мрамор. Вот такие люстра. Покажу с этой стороны. Такая просторная гостиная, совмещенная с кухней. Мягкая мебель. Вот такой. Ну, сами оцените. Кому нравится, звоните, пишите по номеру WhatsApp.
Вот. И здесь еще есть просторный балкон. Балкон просторный, покажу с двух сторон. Вот море отсюда видно, отсюда море видно. Улица Ататюрка, Барбаросса. Вот здесь так считается 300 метров, я сказал максимум 410. И вот такой очень просторный балкон. Рядом маркет, рестораны и тому подобное. Так. Нужно подвести итог и озвучить цену. Дорогие зрители, проект был сдан в 2016 году. Расстояние до моря 420 метров. 120 квадратных метров брутто. Жилая площадь 100 квадратных метров. Цена этой квартиры 95 тысяч евро. Если вам понравилась квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, комментируйте. Все, с вами был Агаси из солнечной Алании. Всем пока-пока.